потерялась я, мама, потерялась я, Что... Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепёке? Я потерялась. Ты потерялась? Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. Хорошо. Плохо. Как ты потерялась? Я прыгала на батуте. И почему ты потерялась? Сильно прыгала. И потерялась. А где твоя мама? Не знаю. А как она выглядит? Плохо. Мы уже здесь месяц отдыхаем. В чем была мама? В машине. Где вы остановились с мамой? На 35-й странице. Чиполлино. Потом я уснула. Да, это важная информация. А где вы живете с мамой? Red Bull. Нет, Адреналин Раш. А, пансионат энергетиков? Да. Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут? Не помню. Вообще не помнишь? Помню только последние три буквы. Какие? Адя. Адя? Давай по алфавиту. А Адя? Нет. Бадя. Нет. Вадя. Нет. Может, Гадя? Похоже, но нет. Задя. Нет. Может быть, и Адя? Нет такого имени. Фадя. Нет. А, может, Надя? Нет. Опа. Я буду называть тебя Гадя. Красивое имя. Гадя, а как твоя фамилия? Не помню. Вообще не помнишь? Помню только последние три буквы. Какие? Ова. Но тут попроще будет. Иванова. Нет. Петрова. Нет. Сидорова. Нет. Корова. Нет. Здорово. Нет. Хреново. Да. Хреново? Да. Гадя, хреново? Да. Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать. Не помню. Вообще не помню. Помню только последние три буквы. Вна. ВИЧ. Петрович? Да! Гадя Петрович Хренова? Да!
Я бы тоже потерялся. Гадя, пить хочешь? Нет, мы уже здесь месяц отдыхаем. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама? Не помню. Помню только последние три буквы. КВН. Это не последние буквы. Хорошо, пойдем, я знаю, что делать. Пойдем. Гадя. Здравствуйте, дядя. Это Гадя. Гадя, это дядя. Мужчина, я смотрю, вы здесь вроде как главный. Вы не могли бы объявить в микрофон, что потерялась Гадя Петрович Хренова? Что, не скажете? Сердца у вас нет. Ведь так не бывает на свете.